Блять. Пошел. Пиздец. Что так? Нет. Что за хрень? Я бородой импортер. Не могу. Рома, я... это какая рука правая? Значит, это можно отпускать. Отпускай все. Нет. Приветствуем всех, дорогие друзья. Игрушечка Gang Beats. Зашли мы поиграть сегодня с Ромой, да и просто в пати. Зашли, думаем, дай-ка посмотрим, что это такое. А, Ромзий. Всем привет, вот и мы на футболе. Старый дед против... А, пчелки Джуджу. Пчелки Джуджу. Хорошо, мы будем играть в футбол, я так понимаю, да? Нет. Ах ты. Пошел. Ты знаешь, пока мы просто тренировочные у нас, пока вот эти каточки все. Опа-на! Футболист. Нихера я футболист. Господи. А я забил. Ладно. Я старый. Не трожно. Пчелочка Джуджу. Иди сюда. Так, сейчас мы вот этот, это разыгровочный, потом в онлайн пойдем. Посмотрим, что у нас там в онлайне творится. Так, а как, блин, я вот не помню, как бросать. Так, вот так, наверное, не? Или как? Вот так тебя сейчас возьмем, поставим на ворота. Короче, смотри, РБ и Y нажимаешь. Да, я что-то помню. И вот как-то этого. Вот так. Я просто сам давно не играл в эту игру, поэтому... Оворисейв. Еее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 ee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 e
Давай-ка сейчас мы разберемся с этим совсем. А до скольки играем? Есть, контакт, контактик есть у нас. Все хорошо, все замечательно. Итак, у нас драки, выживаки. А почему мы вдвоем? О, друг против друга. Я понял, хорошо. А, у нас пока один на один, пока мы тренируемся, поэтому один на один. Так, иди сюда, ты, неваляшка. Ты против кого хочешь? Против пчелки Джуджу? Нет. Или что ты? Еще порох в порехобницах есть. Кого ты собрался? Куда ты? Так, подожди, стой. Так, стою. Стой. Да, подожди. Так, РБ. Попытаться. ЛБ это хватать и бить. Б это вот так ложиться. Вау, щикабум. Подожди, на А прыгать. На Х подниматься. Я медведь. А, все, две руки. А это типа уворот такой. Вау. Лимбо. Ну все, погнали. Нормально. Так. Тут стычки. Стычки, интриги, расследования. Просто вот захватываешь, потом делаешь вот так. Нет, не так. Подожди, я не помню. Хорош, давай, я тебе помогу. Хотел самоубиться? Сюда иди. Я сейчас порежу тебе руки об стекло. Иди сюда. На. Нет, ничего тебе не выйдет. Иди сюда. Так, хорошо, пошли, раз ты не хочешь сюда идти. Да ёб твою... Шапку только за тебя потерял. Дурень. Ты шапку потерял. Ух ты! Нет. Ты кого бьёшь? Иди сюда. Ты, засранец. Иди сюда, я сказал. Давай. Кого выкинуть? Залазь. Скажи мне, пожалуйста. Сейчас. О! Опа! Пол сломался. А вот это уже про. О, блядь! Я ухватился, но не за то. Я сам себя погубил. Сам себя. Я был так молод. Вот так... это победа. Я был молод, как молод. Ах, ладно. Хорошо, вторая карта. Просто если мы сейчас зайдем, друзья, в онлайн, то будет полностью нам жопа. Потому что мы. Ну, по крайней мере, я не так-то часто играю. Я знаю, что здесь надо делать. Я знаю, что здесь надо выбросить за рельсы. Иди сюда. Я Халк Хоган. Блин, черт, я не вижу ничего. Ты видал, как я тебя тащил? Иди сюда.
Опять ты шляпу потерял свою. Опять ты потерял свою. Отпусти это мусорное ведро. Ха-ха. Ну кто здесь босс? Блядь, нет! Блядь, нет! Я живой. Я... Блядь! Есть, я выжил. Сука. Я не помню, как залазить, если честно. Вроде бы там РБ, ты хватаешься... Да, и поднимаешься на прыжок, что-то такое было. На Y вроде бы ты поднимаешься, потом вторую руку эту отпускаешь. Ну, тут, короче, специфическое управление. Шнеки. Шреддеры. Ты готов упасть, Шреддер? Сейчас я вызову черепашек-ниндзя. Иди сюда. Так, секундочку. Опа. О, нокаут, дорогие друзья, нокаут. Ну ничего, я очухался. Опа-на. Кого-то куда запихнуть там хоть. Да пошел ты. Это нечестно. Оп-оп-оп-оп. Нет. Это было... Тоже. Вот это было нечестно. А что ты такой с медалями весь? Ты что тут? Потому что две победы, видишь? И что, тебе две медали дали? Две звезды, значит, это я майор. Странно. Вот эта штука интересная. Вот это интересная штука. Оба-на. Бля, как так-то? Сваливаем. Я в шоке. Ты что, профессионал в этой игре или что? Я не понимаю. Да. А сколько ты поставил? 5? 4. 4? Это последний, да? Я буду сражаться. Это последний. О, мое любимое. Мое любимое. Нет. Нет. Я научился залазить. А я буду подтягиваться. 2, 3, 4. Блядь! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Здорово. 12, 13, 14. Ты что, тут воркаут устраиваешь или что? 15. Вот так я делаю победу. Вот просто победа, побед, победа, побед. Просто везение. Ах, понеслась, понеслась. Ух, я чувствую жар. Нам надо в онлайн, я чувствую жар. Так, я тут помню, сосисочки падают. Харе, ты видал? Просто вырубил пацана. Ой, блядь, сосиска. А, нет, нет. Рома, иди в пень, отцепись. Так, стой, опа. Так, тихо. Иди, блядь. Кто? Ничья. Хорошо, это ничья. Там же онлайн можно запустить с другими пацанами? Наверное. Ну, попробуем, следующую карточку попробуем. Массовочка там будет поинтереснее. Я уверен, там будет поинтереснее. Ух, давай. Вот это моя самая любимая. Моя любимая карта. Это моя любимая карта. Потому что тут есть... Моя любимая карта. Моя любимая... Ах ты, бля. Ты чё, блядь? Ты кого... Ты кого называешь? Ты против пчелки? Блядь. Ты чё, блядь? Что за херня? Что за драки? Бойцовский клуб. Ладно, хорошо. Первое правило бойцовского клуба. Не говорить о бойцовском клубе. Второе правило бойцовского клуба. Вспомнить первое правило. Бля! Да, сука! Ты смотри, что делает, а?
Посмотрите, родители. Мальчишки и девчонки. Та-да-да-да-та-та. Нет. О, это был Расселмания, что ли? Я не понял. Бля, я щетку утопил. Блять. Пошел. Пиздец. Что за... Нет. Что за хрень? Я бородой импорта. Не могу. Рома, я... это какая рука правая? Значит, это можно отпускать. Отпускай все. Нет. Акула, нет, только не меня. Я не вижу, камера. Что за говно? Что за говно? Она принципиально пошла на принцип. Понимаешь? Я подтягивался, я думал, я сейчас выберусь, как нормальный пацан. Нет. Нет. Она сказала, вот ты, вот пчелка, вот пчелочка, я тебя съем. Засранка-то такая, а? Все. Попробуй сейчас онлайн запустить. Итак, так, так, возможно, грузится онлайн. Ганг. Да, ганг это контейнерс. Мы с другими игроками. Ты тут, да? Я тут. Рома, мы ж заодно. Вали вот этого хрена. Наверное. Тихо, тихо, тихо. Я держусь. А чтобы... Я не понимаю только, чем я держусь. Все, пиздец. Наверное, я победил. Есть! Пацаны, девчата, я просто не знаю, за что я там ухватился. А почему у нас двое? Потому что красная команда и синяя команда. Так а что, мой, получается... Так ты, получается, что, против меня, что ли? Походу, да. А, я один. Шикарно. Я понял. Пацаны, отпустите меня. Я не хочу умирать. Я еще так молод. Нет, это не... Это точно не то, потому что... Бля, я упал. Вас двое, я один. Понял? Вас двое, я один. Да. Нас двое, ты один. Да, вас двое, я один. Двое, ничего один. Страшного, я буду сражаться как мужчина. И что, я не воин, что ли? Сюда, по одному просто, идите сюда. Вот чья-то мазафака. Вот хрены моржовые, а? Бен, нахуй не трогай. Дурак. О, бля, он меня это, аркио, сделал. Я просто бездыханное тело. Хорош, пацаны, я победил. Вы должны выбросить как бы меня, но вы выбрасываете сами себя. Да это... нахуй меня трогать. Так ты ему объясни. Выброси. Алло, бля. Объясни, алло, позвони ему. Записывай на нас. Все, я выезжаю. Subway. Subway. Попробуй 8, потом там 8. Пощелкать еще какой-нибудь режим. Там может быть онлайн или что-то такое должно быть. Вот хрен моржовый. А посмотри, что делает. Сейчас я буду... Пошел. Бля, ну хреновина, отпусти ты меня. Вот пищун, а. А кто это тут слазит такой, а? Ты? Кто я тут? Это не я, блин. Видишь, меня здесь нет уже. Хм. Гондола. Гондола. Вот, эта штука интересная, кстати. Я сейчас сделаю свой план капкан, любимый, и все. Никуда ты нахуй не пойдешь. Нет. Уебывай. Вот хрены моржовые, а? Я мог бы. Я мог бы вас убить. Не мог бы ты вас убить. Но я вас не убил. Ладно. Не мог бы ты. Это вас было двое. А я один. Ну, вы, естественно, заломали и... И кое-что сделаю. Пробуй. Итак, лодин меню. Почему-то меню. Ганг Тауэрс. Ганг Тауэрс. Дорогие друзья, Ганг Тауэрс на вашем экране. И на нашем экране тоже. Мне интересно, почему мы здесь одни? Не знаю. Что?
Что-то здесь с онлайном не то. Ну ладно, мы сейчас разберемся с этим ОМОНовцем в конце-то концов. Сейчас, секундочку. Ну, Одну ты сейчас. типа Ну, видел. сегодняшняя серия посвящена битве один на один, потому что если ты не один, значит ты и выйти не можешь один на один. Так, На хорошо. Самом деле, Паша, не бойся, когда ты, если ты один. В нокауте, Бойся, в если нокауте. ты Ну два. понятно, что ОМОНовец, естественно, сильнее, чем пчелка Джуджик. Ну, может быть, все-таки снисха... Блядь! Ну, в руки шатать не хотела. Ну, что за дерьмо такое, а? Как такое могло произойти? Ты парашют не забыл раскрыть. Я с тобой. Я тебе еще пизды не навалю. Это тренировочная серия. Мы потом разберемся, как там все-таки играть с пацанами, чтобы уже массовка такая была, тошная, чтобы можно было драться со всеми. Так, я понял. Ну, ОМОНовец сразу сбитый, вот как обычно, как обычно. С дубинкой. Иди сюда. Пол отдай. Рома. Блять, Рома. Зачем ты убрал пол? Ты видел, насколько я сильно держался. Ты, плиты тебе нужны, там, я не знаю, на даче, наверное, крапиночку проложить, лежала. Наверное, надо, да? Поэтому ты с Оно собой решил неровно лежало. Венц. Ганг Венц. Непонятно, что это такое за Венц. Может быть, я не играл на этой карте, а может... И играл я на этой карте. Естественно, снизу крутится вентилятор. Мы летим в воздух. Ой, просто... Пушка, пушка, пушка. Малышка, как говорится, безделушка. Ах ты жук. Опа. 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 А вот тут, кто не держится, тот... Я-то пчелка, я взлетаю. Ром, пока. О, бля, я забыл, я за... Меня засосало! Опасная резина. Roof. What is your roof? Вот это, вот тут интересно. Вот тут я могу просто делать рестинг. Сюда иди. Видал, блядь, шлем-то свой сними. Шлем сними, я сказал тебе. Быстренько сними. Блядь, пусти меня на. Что это такое? Что это за заломы такие, а? Это так нельзя делать. Митинг, блядь. Собираешь митинг туда. Лёнь, что творит? Что творит? Шлем мне свой отдай. Шлем одень. Уебуем. Сюда иди. Опа. Лянь, за шкирки, как мышь, за бороду. Проснись, блядь. Блядь. Вот сколько так раундов? 4? 6. 6? Ну ты попал, пацан. Это последняя битва наша легендарная. 6 раундов. Ринг, вот тут Рестлмания, отвечаю тебе. Отвечаю, Рестлмания. Зовите Джон Я Сини. Чур буду. Я Центр Тейт. Рэнди Ортон. Давай. О, блядь. Аркьём! Аркьём! Блядь, опять шлем слетел. Сука, ебаный рот. I am Рамбл. Чемпион. Win. Fatality. Паша, мы ж можем в рестлинг онлайн поиграть. Ты куда пошел, кот? Рома, это Пошли. Хорошая задумочка. Сейчас я разберусь потом, я тебе объясню. Можно, да, я в курсе. Где же ты? А, ты на маяке. А если я сделаю вот так? Вот, начинается. Пошел отсюда, ты! Я сейчас стеклышко возьму, и все, и тебе будет гамон. Бля, я твоим соплом разбил уже все стекла, блядь. Я просто на кота сейчас смотрю, он куда-то пошел. Тут... Опять этот кот. Так. Нет, ты меня не задушишь, друг. Ты меня не задушишь, я буду сражаться. О, пол. Пол это лава. Манки. Да, я все руки разбил об стекло. Иди сюда. Так, стой. Иди-ка ты сюда, друг мой любезный. И что ты сделаешь мне? И что ты мне сделаешь? А ничего ты мне не сделаешь, потому что я... Пошли погуляем, милый.
Пойдем. Не, а об это убиться нельзя, кстати. Оу, щет, он вырубил меня. Он меня вырубил. По причина, причина этого вырубания непонятная. Иди сюда, ты. Одной рукой. Угу. Шлем вернул мне. Твоим шлемом. Бля, я, ну я вот крылышки, крылышки мне это сзади-то зачем? За... Ну понятно, нет, что спецназовцы подготовленные ребята, им суждено так вот, вот выбрасывать просто, вот брать вот так и выбрасывать. За шлем. Контейнер, ты понимаешь? Это контейнер. Не было бы шлема, не было бы проблем. Естественно. Сейчас мы разберемся тут. Ой, не на те кнопки жму. Блядь, нет. Ничья. Я заберу тебя с собой. Увезу на дно морское. И оставлю за собой. Шикардосно, да? Ну ничего, понеслась. Понеслась. Поговорим о нашем будущем. Посейдоне. Элеватор. Есть одна техника здесь. Даже не вздумай. Итак, друзья, произошло маленькое недоразумение. Произошел небольшой дисконнект. Возможно, если вам серия понравится, мы продолжим, соберем как-то пачку, может быть, пойдем в онлайн, как-нибудь поищем, чтобы была массовка. Если вам нравятся серии по Гангбитсу, то обязательно подписывайтесь и пишите об этом в комментариях. Ну, а с вами был, как всегда, Паша, Рома и Гангбитс. Увидимся уже с вами в следующей серии. Всем пока-пока.